На этих фотографиях друзья, верные соратники и коллеги по работе. Участниками фотовыставки стали не только домашние питомцы, но и собаки-спасатели, а также врачи, участники лечебно-реабилитационных программ для детей-инвалидов. В целом же это мероприятие, которому нет аналогов в Сочи, направлено на пропаганду доброжелательного отношения к четвероногим питомцам. Организаторы решили подойти к привычному чувству любви с непривычной стороны. И еще Рюдьярд Киплинг сказал: «Купите щенка, и вы приобретете самую преданную любовь на свете». Это первый опыт, сделаны выводы, но мероприятие достойное, мероприятие очень красивое, необычное, поэтому есть желание провести такой фотоконкурс еще и в будущем. Зоопраздников очень много, и День защиты бездомных животных, и День защиты животных, пострадавших от насилия. То есть, ну, праздников много, нужно как-то их освещать. Победителей фотопроекта «Я люблю свою собаку» определит судейская коллегия. Их имена станут известны в день закрытия выставки 14 марта. А вот независимым членом жюри может стать каждый. Приз зрительских симпатий достанется той работе, которая соберет самое большое количество лайков. Проголосовать за понравившееся фото можно с помощью вот таких сердечек.